Hello, people, вы на игровом канале Железное Сердце, и мы продолжаем прохождение игры GTA 5 на PlayStation 4. Она только вышла сегодня, и мы уже записываем третью серию. Так, давайте заедем на моечку, помоем машинку. Здесь вот мы расстались в прошлый раз со своим другом Ламаром, разосрались вдрызг, пух и прах. Теперь будем действовать сами. Чистота – залог здоровья. Порядок прежде всего. Да, вмятины не починились, конечно. На моечке. Называется, не очень-то и верилось в это, что они могут починиться. Машинку свою хайдохали, конечно. Без этого не можем никак. Так, у нас появилась точка Симона. И еще, по-моему, у нас какое-то письмецо было. Сейчас попробуем посмотреть. Почта. Франклин, я не знаю, зачем тебе это пишу, но поверь, я не хочу возвращаться к тебе, не хочу ни сейчас, ни потом. Ты — это ты, а я в этом смысле... Короче... Я ждала-ждала, но ничего не поменялось. Теперь у меня есть парень, и я, наконец, счастлива. Я столько испытала после смерти братьев, и точно знаю, твоя жизнь не для меня. Я всегда это понимала, я слишком слаба, такая жизнь мне не нужна. Похоже, я пишу тебе, чтобы попрощаться. Знай, ты всегда будешь мне другом, но не более того. Ответ. Таниша, не говори так. Сейчас сделаешь, что хочешь, но дождись меня. Нам суждено быть вместе. Ты это понимаешь? С любовью, F. Так, мы отправили ответ. Молодцы мы. Так, Ламар. Дружбан, встреч. Выходит на свободу. Встреча, сидел, все, мы тебя знаем, чел. Так, ну что, им позвонить, что ли? Давай позвоним. Ответчик не берет трубку. Ну ладно, очень хорошо. Так, а Симон где? Опять он где-то спрятался, что ли? Фиг поймешь к нему, где заходить. То с той стороны, то с этой. Работа, говоришь? Ну давай. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on, Hampstead, off Eclipse. It's an SUV, huh? Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth, так. Where are we at, вот и нам заданица подкинули, значит, да? Like because of the color of my skin, you think I am a scammer. No, no, skin color's got nothing to do with it. Так, поехали. Сейчас бабла срубим. Какой-то чувак. Машину, понимаешь, надо отжать. Да без проблем. Только зря она, наверное, на дело поехала на своей тачке. Ничего. Нас ждут новые знакомства. О, телефончик.
Hey, did you change your mind? Will I discover that you betray me? Perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You'll get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Да, легких путей не ищу. Окей, проникнуть через окно, значит. Так вот. Прибыли. Проберитесь в дом. Видимо, это надо сделать незаметно, да? Ё-моё. Назад. Нажмите L3, чтобы войти в режим скрытности. Так, сейчас обойдем. Вот мы и в хапре, называется. Ух ты. Если вы не вооружены, обойдите врага сзади, удерживайте L2, чтобы вырубить его. Используйте режим скрытности, вырубая врагов, и повышайте свой показатель скрытности, который позволяет вам двигаться быстрее и тише. Пойти его вырубить, что ли? Садовника этого. Оп. Все. Вырубили. Так, вот она машинка. Угу. Будем исследовать территорию. Какая-то чука-чака играет. Никого. Пам-парам-пам-пам. Кухня. Никого. Та-ра-рам-пам-пам-парам-пам. Оба. На крышу автомобиля залезьте и нажмите на квадратик. That's just because you have a massive gaper, bitch! Веселый домик. Потревож жителей. Ух ты! Здоровская игра. Че, она что-то наступил, что ли? Oh my gosh, seriously? My brother is such a homo. I think he has a medical problem. Like, more medical problems than the ones he's already been diagnosed with. Болтает. Так, ну я знаю, где живет Майкл, поэтому мы просто пойдем вниз. Синяя метка на радаре указывает, сколько шума вы производите. Вообще шум не произвожу. Спасибо тренеру. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Now you're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah, loosen them up. There you go.
and follow through. Perfect. Oh, okay. I think I'm getting it. Что тут еще интересненького есть? Ooh, okay, Amanda. Now just follow through. God, you've got great игроки. You know that? Follow through. Yeah, I could get used to this. Главное не попалиться. Так, все, мы в гараже. Yes. Now slide your hips slow and sit into it right here. Ну, машинка вроде моя. Садимся. Так, никого ж нету. Все, поехали. Машинка. Все, поехали. Не покорябать надо. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Сейчас аккуратненько, в лучшем виде достану. Оба! That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Well, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Выключили третий вид. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. Credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, easy. Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Бизнесмены. Его ж там не было, я ж заглядывал за сидушку, я ж смотрел. Hey, man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. Все, стою. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Заехать. В окно, значит. I still got this gun to your head. А если я заеду задом? Интересно, этот глюк поправили? Damn! Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel, глюк не поправили. It's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Драться. Simeon Yatarian doesn't back down from any... You Оба. Think you could take me for a ride? Не попал. You'll pay for that window! Оба. Еще! I spit on punks like you! Еще давай. Давай бей, я качаться буду на тебе. Оба. Что-то не получается на тебе качаться. Просто буду уродовать. This thing's gonna need some serious body work or it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot.
But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Вот, ну мы получили нового героя. Выполнено. Молодцы мы какие. Так, последнее транспортное средство Майкла Бюрит было конфисковано. Забрать его машину за небольшую плату. Теперь вы можете выбирать между Майклом и Франклином, чтобы открыть меню выбора, удерживайте вниз. Так, ну я думаю, я возьму у него тут машинку. Кто ж не будет против, правда? Так, интересно, а Франклин у меня в контактах появился? Мы хоть только познакомились? Нет, нету. Нету никого. Джимми, позвони, обрадуй, что он кредит не будет выплачивать. Встретиться. Нафига встречаться? Не. Дирижаблю только мне не хватало. Так, ну еще будешь, Майкл, чем будешь заниматься? Домой поедешь? Ничего себе, мотоциклист какой. Что, это мотоцикл покататься, а? Что, драться хочешь? Да не. Майкл, ты купил корт, но не знаю, не играешь. Я уже крепко дружу, держу ракетку и вовсю чего-то там, ну-ка. Вот она. Майкл, ты купил корт, но не играешь. Я уже крепко держу ракетку и вовсю гоняю мяч. Тренер невероятный мужик. Целую. Так, что там еще прислали? Прогрессируйте, вы увидите результат. Дорогой Малко, я так рад, что вчера мы встретились. Хочу подчеркнуть, терапию необходимо продолжать. Это очень важно. Скоро мы добьемся больших успехов в вашем лечении. У вас просто удивительный прогресс. Психотерапия работает лучше всего именно тогда, когда она кажется бессмысленной тратой денег. Жизнь полна смысла, у вас много проблем, но вместе мы сделаем из вас полезного члена общества. Советую вам дальше принимать лекарства, читать мои книги, постараться найти причину ваших приступов ярости. Вы еще расколем этот орешек Амиго. Мы ведь в этом деле заодно, Майкл. Вы потрясающий человек. Я безумно рад работать с вами, но, к сожалению, медицина в нашей стране неблаготворительность, и поэтому я снова повышаю расценки всего на 75%. Весьма разумное решение, если учесть, как напряженно мне приходится работать. Ответ. Док, я даже не знаю, по-моему, эта херня мне уже не помогает. Я просто псих и все время чувствую себя не в своей тарелке. Так что я бы был спокоен, а тут же слетаю с нарезки. Прямо не знаю, что делать. Вы повышаете расценки снова. Ух. Так, все, отправил. Отлично. Ну что, у меня заданий нету, по-моему, на карте. Только одна буковка М. Единственное, что можно в парикмахерскую заехать. Или на мотике заехать. В мойку. А, поехали домой. Мотик отжали. А мотик ничего так. Довольно-таки резвый. О! Ух ты, ё! Слушай, чувак, дай поводить машинку. Ты мне машинку хочешь подарить? Вот спасибо. Спасибо, чувак. Вот так вот он меня сбил, вы видели? Да, это вам не мотоцикл. Вождение от первого лица тоже прикольно. Почти как в вертолете.
Так, я проехал мимо. Ух ты, машина какая. Ну-ка, 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 красную надо отогнать. Отжать. Ну-ка, стой. Да, чё ты застрял, блин? Машинка классная. Спасибо. Всегда мечтала о Макларене. Или Ламборджини. Ламборджини. Точно. Гараж ее поставить. Это дом Майкла. Здесь можно сохранять транспортные средства, паркуя в гараже. Сейчас нам устроят экскурсию. Чтобы сохранить игру, поспите на кровати. Сроду б не подумал. Подойдите к гардеробу, можно сменить одежду. Пройдитесь по дому, чтобы найти для себя разные занятия. О, а пух это тебе зачем? Машину надо сохранить в гараже. Написано же было. Паркуя машины в гараже, вы их сохраняете. Зачем покупать машину, если можно припарковать в гараже? Все. У меня есть теперь машинка. Так, ну и что тут могу сделать? Помимо аптечки. Выпить виски. Морда разбитая. С мотоцикла упал. Да, надо залечить свои раны. Душевные. Давай еще второй. Между первой и второй перерыва нет вообще. Так, что-то мы виски как-то наливаем. Даже на донышке не плещется ничего. Так, что тут еще мы можем увидеть? Бассейн. Наш? От первого лица. Нырок. Ну-ка, как ты будешь нырять? Что-то не очень ты ныряешь. Не спортсмен ты, Майкл, не спортсмен. Одежка мокрая. Можно в теннис поиграть. У садовника жил. Или это не садовник? Наверное, машины жужжат так. Фонтанчик. Окрестности изучим. Так, на корт. Давай на корт зайдем. Чтобы сыграть в теннис, нажмите вправо. Добро пожаловать на теннисный корт. От обучения ознакомиться с игрой. Давай разберемся, как надо бить ракеткой по мячу. Ну давай. Задавайте направление подачи с помощью... L, или проведя пальцем по сенсорной панели. Обычный удар. Чтобы подметить сверх, подкрутить, использовать 0. Удар сверх. Подкрутка обозначает красной меткой. Он отличается высоким отлетом. Чтобы подать мяч с нижней подкруткой, используется квадрат. Обозначает желтой меткой. Он отличается так. Изменяйте углы и дальность удара, так чтобы сопернику всегда было... Некогда было расслабиться. Так. Нет, ресет это круто. Все, поехали. He's teaching you good, that coach.
Сейчас мы проверим, как тебя тренер научил. Так, ну и что? Начать подачу. Да. Wow, you can really play. Смена сторон. Оба. Идиота. This one's got ace written all over it. Game point. Ничего не понимаю в этих правилах теннисных. Вообще ноль полный. Понимаю, что проигрываю, и все. Лох. Матчпоинт, геймпоинт, просто очко. Ничего не понимаю абсолютно. Все, просрали мы матч. Не зря Жинка тренируется. Мы сопротивлялись как могли, но просрали. Ладно. Больше никогда в теннис не буду играть. Чтоб они сдохли там, эти все теннисные мячики с своими тупыми правилами теннисных игр. Так, ну и чё? Чё я сюда припёрся-то? Так и надо было сразу отдыхать, это в корт начал играть. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, you give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt.
rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. We're taking my wife's car. Блин, входящий вызов. Hey, Jim. I'm going for a drink with... Shit! I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. And they don't want to buy it. They just want to take it. Hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming. For my boat! All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I do what I can to help with that, man. Что, меня не выпустят на этой машине, что ли? Садитесь в машину Аманды. Ё-моё, мы на это не уедем. Блин. Пойдём, Франклин. Джимми в опасности. Давай, быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Lesson number... Oh, shit! Lesson number one. Don't ever have kids. Hey, man, look. If I had kids, I don't think any issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Pathologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always... Hey, man, we're gonna need some body work done. Always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. Так попробуем выполнить эту миссию от первого лица. От третьего лица я ее уже выполнял, а вот от первого интересно посмотреть, как это выглядит. Oh! Oh! There! There! There it is! That's my boat! Your boat's in a fucking hurry! Твоя будка! Yeah, well, we'll catch them. Как она едет-то? We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. More like the falling in traffic party. You'll be fine. Anything happens, I got a piece of the glove box. I'll cover you. Oh, yeah, полез. Fine. Давай, Франклин. Just fucking fine. Держись. So you thought of everything, right? Well, you said you wanna learn the old way of doing. Обзор-то мне не закрывай своей попкой. Я не вижу ничего. Давай, прыгай. Вот красавчик. Залез. Throw him
Not the engine! Shit! Fucking engine! Hey, stop throwing assholes at me! Не того напал. Преследуй. He's a useless little shit! But he's my useless little shit! Stop it! Держивайте. Hey, shoot this motherfucker! Hey, ain't you covering me? Get your fucking hands off of him! I just don't want to kill me, man! Так. Да вот это уже проблематично. Попал? Похоже, не совсем. And it's a long story, bro. Jimmy! Ух ты! Watch out for the boom! Fuck! Hold on! Лови его! Ah, this is gonna kill me! Get your hands off the boat! Get under him, man! Let him drop in the car! I'll get under you as soon as I can! You don't get under me like give right me a second, Jim! Нормально! Держись, сынок! Уйди отсюда! Есть. Слез. Где он? Не слез, походу, ёлки. Так, а тут проблематично это будет. С первого лица это сделать. Так, убрали. Не успел. Okay, now go find Jimmy. You're the guy from the dealership. Yeah, and it's a long story, bro. Jimmy! Ух ты! Kid, watch out for the boom! Fuck! Hold on! Dad! Help! 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 Dad, Jesus, help! Блин. What the fuck are you even doing here? Pull up on the door, get up in the car! Предугадать невозможно эту траекторию. Появление всяких тазиков. Что-то мы дымимся, походу. Давай, давай, давай. Есть. Спрыгнул. Это мясо упало. Опа. Так, ну теперь Франклина забрать надо. Давай, прыгай. Прыгай, прыгай. Вот красавчик. Так, теперь надо свою лодку вернуть. Don't you die on me yet. Ah, my fucking boat. Hey, украли твою яхту. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fit. Давай заедем. Если доедем. 2.5 километра, офигеть. It's just a thing, my boat. Please stop doing that. Listen. Сидит там, вякает. I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers?
I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, could you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it to... Что, все, встали? Нет, еще едем. Dad! Enough! All right? Enough! Franklin, do me a favor, call me a taxi, will you? No problem! Так, что мы делаем? I need a cab as soon as you can send one. По встречке поехали. Los Santos Customs, by the airport. Alright, thanks. Thanks, man. Hey, so you do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. Nah, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Опа! Yeah, you know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name Howe. He gonna look after me. All right, take what's in my pocket, a couple thousand bucks. That'll cover it, right? Yeah, it should be cool. Все, прибыли. Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Заезжайте в гараж, чтобы починить или модифицировать ваше транспортное средство. Прикрасьте машину и мастерской, чтобы скрыться от полиции. Так, починить машину Аманды. Как новое. Like I said, bro. Trick it. Фаршировать, да без проблем. I almost ain't gonna be embarrassed to borrow this thing. Oh shit. Those brakes? That's where it's at. Built to last. Ну все, готово. Модифицировали по полной. Ну как вам? Эта машинка. Вам доступны автомастерские. Там можно починить, модифицировать свой транспорт. Все, поехали домой. You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Вот вы, блин, черти, а. What are you doing? What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find... My dad is retired, like fully. Like his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost to your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Окей.
Все, привез я его домой. Сосунка этого. И машину модифицировал. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like chop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man, but, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Peace. Новый контакт. Выполнено. Отец и сын. Так. Ну что ж, дорогие друзья. Теперь у нас есть возможность приобрести гаражи, чтобы хранить технику в гараже. Купите ее на сайте или заведите в гараж. Так, что там пишет? Йоу, Франклин, я тебе добавил Live Later. Местная, короче, социальная сеть. Принимай приглашение, пиши, когда хочешь. Брателла, когда хочешь, и мы затусим. Пакета джаз. Окей, я понял. Окей, на. Так, и какая-то смха пришла. Так, нет, ты ошибся. Нам не нужно будет вместе, пойми. Так, Таниша. А, это она ответ прислала. Нет, ошибаешься, нам не суждено быть вместе. Пойми, за все приходится платить, за свое решение ты заплатил, потеряв меня. А я это уже не исправить. Надеюсь, у тебя все получится. Ты мой друг, но мне нужна настоящая жизнь. Так, я ей ответ пишу. Таниша, я понимаю, ты переживаешь, но знай, я всегда готов тебя поддержать. Так, все, отправили ответ. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Лорд в новом канале Железное Сердце. Всем пока. Не забывайте пальцы вверх и подписку на канал. Всем пока. О, Симон звонит. Hey, look, man. Man, the dude had a gun in my head. My totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Ты какой противный чувак. Ну подумаешь, с Майклом познакомился, и чё? Не платит нифига. Ну все, теперь точно пока. Magic people, voodoo people. Так что у меня особого выбора не было. Вот как. Я тоже здесь из-за отца. Хотелось убраться от него подальше. Ну, дальше уже некуда. Так, внимание!